Мы все с вами участники образовательного процесса. Это сегодня определено законом об образовании. Родители, дети и педагоги – это участники образовательного стандарта. Это и отличает, это самое главное отличие сегодняшнего образования от образования, через которое мы все прошли и в конечном итоге вышли неплохими гражданами нашей страны. Но время движется. Если мы откроем педагогическую энциклопедию, которая издана была еще в 60-е годы прошлого века, то там образование, я прошу вот это всем четко уяснить, образование рассматривается как процесс и результат усвоения знаний, умений и навыков. Вот на этом тезисе, я еще раз повторю, 60-е годы педагогической энциклопедии, и была построена школа, в которой мы с вами учились, и которая, собственно, еще сейчас какие-то функции в этом направлении имеет. То есть вот по ней строилась. Что давала эта школа? В разные периоды развития общества она ставила перед собой определенную цель для развития личности. В нашу с вами бытность цель школы была и соответствовала тому обществу, в котором мы все с вами жили. А это общество индустриальное. Индустриальное общество предусматривает подготовку в первую очередь человека физического труда. И чего не секрет, я тоже прошла через все управленческие структуры, было задание, работал у нас Госплан в стране. Госплан четко планировал, сколько каких специалистов нужно сегодня подготовить, и поэтому директору школы давалось задание после 9 класса 40% детей должны были пойти поступить в профессионально-технические училища. Возможно, об этом родители и не знали, а может быть догадывались, когда возникали конфликты, почему его ребенка не берут в 10 класс и так далее и тому подобное. 40% детей должны были после 9 класса пойти в 10 класс, и 20% должны были пойти в средние специальные учреждения. Это нигде никогда не определялось приказом, но это было всегда указание. Вот это все строительство, так будем говорить, модели той школы, оно было на этом и построено. Таким образом, школа, советская школа и 20 лет российской школы существовали на том, чтобы у ребенка накапливался, если грубым языком строительным говорить, строительный материал. То есть знания, умения и навыки – это строительный материал. Но другой вопрос – всегда ли тот строительный материал, который накапливался, всегда ли он был ребенком востребован? Да нет, конечно. Очень многого было такого в обучении ребенка, чем он потом в своей жизни к чему и никогда не прикоснулся. И не возник. Это можно целые примеры преподавания химии. И я как учитель по основному образованию математики могу сказать, что многие дети страдали, потому что есть ребята, которые не математизированы, они филологически больше развиваются. Много и с этим было проблем. Поэтому и возник новый на сегодня социальный заказ в школе. А почему он возник? Вы видите, мы с вами незаметно оказались в другом обществе. Сначала нам говорили политики, что это постиндустриальное, и в печати сегодня очень много по этому поводу и часто употребляется. Ну а по большому счету мы или в нем, или входим в него, так называемое информационное общество. Итак, точку отправления
строительство новой школы, моделирование новой школы в соответствии со стандартом образования, идет формирование и подготовка человека для того, чтобы он был успешным в информационном обществе. Чем же характеризуется информационное общество? Требование Организации Объединенных Наций заключается в том, что в информационном обществе люди, имеющие девятиклассное образование, могут заниматься только малоквалифицированным трудом. То есть, если ребенок вот имеет образование 9 классов, он может в этом обществе информационном выполнять только неквалифицированный труд. Ну, что-то лопатой копать, как, собственно, то, что делают у нас сегодня наши товарищи, которые приезжают из Средней Азии и так далее и тому подобное. Так, значит, первое требование Организации Объединенных Наций, что практически люди, имеющие образование в 9 классах, в информационном обществе могут выполнять только эту работу. Люди, имеющие 11-классное образование, тоже могут заниматься только физическим трудом без, опять-таки, использования современной техники. И только люди, имеющие специальное образование, а я хочу сразу сказать, что во всех сферах производства в Соединенных Штатах Америки 25% сегодня людей имеют степени кандидатов наук, ну не кандидатов наук, доктора наук и так далее. 25%. То есть сегодня информационное общество потребовало от школы потребовало других людей. Людей каких? Выпускников каких? Ориентированных на умственную работу. Итак, это главная цель, которая сегодня поставлена. И это есть социальный заказ образования. Поэтому пришлось пересматривать нашему государству, а поскольку вы знаете, что мы сегодня подписываем разные договоры, и нам нужно вписаться, и нашему ребенку нужно вписаться в информационное образовательное пространство мира, поэтому нужно было пересматривать всю систему сегодняшнего образования. Так появились новые стандарты образования. Я вам должна сказать, что я тоже читаю в интернете и слышу наши разговоры в наших, так сказать, педагогических сообществах. Мы многое сегодня выливаем на страницы, всякие страницы, чего мы можем вылить, против стандартов образования. Но мы не можем уже сегодня сказать, что заказ в школе должен оставаться вот тот, который был ранее. Это путь в никуда. Это значит, что наш ребенок сегодня практически в этом мире будет чувствовать сегодня некомфортно. Поэтому разработчики стандартов сделали на сегодня, мне кажется, очень серьезный шаг вперед, представляя в стандартах заказ от семьи, от общества и от государства. Это практически наш с вами договор, который заложен в стандартах. И вот посмотрите, пожалуйста, что заказывает семья. Семья заказывает образование сегодня, личностную успешность своего ребенка, социальную успешность своего ребенка и профессиональную успешность своего ребенка. Это вы заказываете, и это прописано сегодня в стандартах образования. Что заказывает общество сегодня? Общество заказывает безопасность и здоровье ребенка в образовательной среде, свободу и ответственность, социальную справедливость, благосостояние ребенка в образовательной среде. Уважаемые коллеги, возможно, среди вас, я подойду потом к государству, возможно, даже по этим заказам семьи и общества вы скажете, ну, это все размечтались. Да, у нас с вами, мы как мечтатели сегодня сидим, потому что в сегодняшней школе
много чего нужно изменить для того, чтобы заказ семьи и заказ общества мог был быть выполнен. И, наконец, государство. Что заказывает государство сегодня новыми стандартами? Они заказывают национальное единство, чтобы присутствовало при реализации стандартов, безопасность, развитие человеческого потенциала и конкурентоспособность. Если мы все эти три заказа в школе соединим, согласитесь, что я, наверное, вас убедила, что это должна быть другая школа, нежели в которой мы работали и учились. Почему тогда возникает логически следующий вопрос? Почему же все обрушились на такие благие цели? Почему тогда все обрушились, и педагоги, и в обществе, и ребята? Одни, потому что недостаточно информированы, другие, потому что воспринимают эти цели через призму того, что есть реального сегодня в школе. А, кстати, в школе сегодня, пусть на пилотные школы у нас есть, но есть школы, которые реализуют уже эти стандарты в начальной школе. И надо сказать, что мы все должны не забывать, что практически сегодня федеральные программы и все документы, все инициативы президента, они уже ориентировали школу на то, чтобы к 2020 году, это когда вот сегодняшние ребята будут выпускаться уже, чтобы они уже этим целям соответствовали. И тогда и педагогическое сообщество, видя, сколько внутри нерешенных проблем, чего греха таить, и разные кадры у нас, и если мы сегодня честно не будем говорить и слышать наших родителей и детей, это будет тоже путь в никуда. Чего греха таить, что у нас не все педагоги сегодня могут осуществлять профильное обучение наших детей. И по моей бывшей работе, мы когда профильное обучение запускали в Ленинградской области и проводили анкетирование среди учителей, желающих работать, среди учителей высшей категории, желающих работать в профильной школе, я не буду озвучивать процент, но я вам должна сказать, что этот процент был очень невысокий. И тоже для этого разные мотивы, потому что не урегулирована была система оплаты труда, что учитель в профильном классе, где подготовка очень серьезная в 10-11 классах, и учитель в средней школе, они получали одну и ту же зарплату и мотивированность учителя на работу. То есть много внутренних причин. Для того, чтобы сегодня запустить стандарты образования в начальной школе, необходимо вообще к бюджету добавить около 30% к бюджету только на оплату труда и введение этого стандарта. Если сегодня в государственной казне эти деньги, вопрос очень большой. Если будем идти по пути, так сказать, за счет внутренних резервов, то вопрос тоже очень проблематичный. Хотя сегодня есть территории, слушала замминистра Белгородской области, вот мы с Григорием Ефимовичем, Алла Владимировна были на этом семинаре. Белгородская область для того, чтобы ввести стандарт в начальную школу, она сделала единоразовое вливание в систему образования аж 1 миллиард рублей. То есть мы должны понимать, мы, и в первую очередь вы, налогоплательщики, что государство сейчас идет на этот шаг в образовании, ну, вообще шаг, который потребует очень и очень серьезных вливаний, как в оплату труда, так и в материальную базу. Уважаемые коллеги, я говорю обо всех нас, взрослых, совсем не затрагивала еще настроение наших детей. А дело все в том, что и беда в том, сегодняшней школы, тема моего выступления «Настоящее и будущее», заключается в том, что сегодняшняя школа по срезам социологических исследований и
педагогическое общество. Интересы их не совпадают. В Петербурге есть известный социолог Вершловский Семен Григорьевич, который на протяжении 10 лет проводит социологические исследования среди выпускников Санкт-Петербурга. И вот посмотрите, ценностные ориентации учащихся с точки зрения понимания ими смысла школьного образования. На вопрос, что им дала школа, 72% выпускников в 2007 году ответили, что школа дала им знания. В 2001 году на этот же вопрос ответили 82%. Улавливаете, да? При этом только 21 опрошенных указал, что школа научила самостоятельно работать. А в 2001 году этот показатель был 37%. 29% выпускников отметили, что школа научила их критически мыслить. В 2001 году таких детей было 30%. 23 опрошенных считают, что школа помогла им лучше понять самих себя, свои положительные качества и недостатки. Это единственный показатель, который возрос, потому что в 2001 году таких детей было 21%. Уважаемые коллеги, а вот что произошло с ценностью, с целевыми ориентирами наших детей? Значит, тоже, наверное, не безинтересно для нас слушать. В 2001 году доля учащихся, которая сориентирована была школой и потребности учащихся к обучению, в 2001 году их доля составила 5%. Только 5%. В 2003 году их доля стала составлять 8%. В 2005 – 12%, и в 2007 году – 21%. То есть вы видите, что школа в этом плане наращивает этот потенциал детей. С интересом, к сожалению, ко всем предметам относятся только 8% учащихся. Так вот, на основании этих социологических исследований Семена Григорьевича, я еще вам должна сказать, что это крупный ученый в социологии, уже говорит о том, что сегодня надо перестраивать учебный процесс в нашей школе. И поэтому вот в обществе, почему и пошло все негативное отношение к стандартам, потому что мы их привязываем и начинаем их понимать через призму классно-урочной системы. Уважаемые коллеги, а стандарты, особенно на третьей ступени образования, практически рушат классно-урочную систему. Они не смогут быть в полном объеме реализованы в рамках классно-урочной системы. И я, как учитель математики, смотрю сегодня на стандарты. А что с моей нагрузкой будет? Это вопрос большой. И не считаться сегодня с учителем, который будет смотреть через эту призму таким образом, нам нельзя. Так что же тогда делать учителю? А учителю надо работать 8 лет так и так привить любовь к своему предмету, чтобы на третьей ступени образования ребенок выбрал свою профессию, влюбленный в этот предмет, потому что этот предмет даст ему благополучие. Все это звучит прозаически, но давайте так скажем. А разве сегодня нет примеров у ваших детей, что их судьбу определила школа и влюбленность в тот и иной предмет? И должна вам сказать, что в этом году мы проводили конкурс «Учитель года» и вставили в сценарий беседу наших учителей-конкурсантов с нашими детьми. Уважаемые коллеги, вообще картина очень печальная для всех нас, и для родителей, и для нас, педагогов. Она печальна с той стороны, что каждый из них
по 340 детей. Кстати, были дети Всеволодского района на этой беседе, приглашены одной из школ. Они по 340 часов проводят в социальных сетях, общаются, разбазаривают свое время, и мы, педагоги, видя и констатируя сегодня, к сожалению, их это время базарно тратим, а точнее позволяем им базарно тратить. Поэтому назрела серьезнейшая перестройка учебного процесса, когда бы ребенок не просто в социальных сетях вот этими самыми, так сказать, игрушками занимался, и проводя столько времени, особенно в выходные дни, а чтобы мы его, подводя особенно к третьей ступени образования, такую мотивацию на получение самостоятельности в получении знаний привели, которая бы и позволила их этим заняться. Я, кстати, обращаюсь в связи с такой печальной статистикой. Я не думаю, что это статистика только одного класса. Вообще-то, я думаю, что если вы хорошо проанализируете свободное время своих собственных детей, детей своего класса, в школе есть у вас психологи и так далее, сориентируйте на эту проблему, вы увидите, насколько она печальна. Она печальна также и тем, потому что когда проводили наши конкурсанты, учителя проводили занятия с ребятами, давали урок, и этот урок был связан с чтением наших детей. У нас, к сожалению, картина такая же печальная. Печальная до такой степени, что у нас дети порой пишут сочинения, не читая произведения. Не читая произведения. То есть, уважаемые коллеги, если все будет оставаться так, как обстоят дела сегодня, я вернусь к требованию Организации Объединенных Наций, то наши дети к умственному труду, они не будут востребованы. А посмотрите сейчас на все предложения, которые делают продвинутые фирмы нашего государства, в нашем государстве, кого они ждут для работы в своей фирме, имеющих образование высшее, умеющих учиться и совершенствоваться на протяжении всей жизни, умеющие инновационно мыслить и так далее. Я не знаю, убедила я вас или нет, но я хотела бы, чтобы вы, как участники образовательного процесса, равноправные, прошу заметить, участники образовательного процесса в школе, имели представление о той государственной политике в образовании, которая сегодня проводится.